Ребят, всем привет, опять ветреная погода, сегодня будем окучивать картошечку. Блин, ну так мне нравится этот Россел 244, буду вам говорить, как есть честно. Ну просто на нем настолько, ребята, приятно работать, его хочется просто даже заводить. Просто на нем ездить, просто на нем работать. Действительно, техника, коллеги, впечатляет. Ну просто мне он очень нравится, в хлам просто. Не знаю, как передать свои ощущения, ребята. Ах... Поедем мы на этом красавчике работать сегодня, друзья. Будем окучивать картошечку. Вы все увидите. Также, ребята, ну мне действительно очень нравится еще. Я обычно все навесное сам все делаю, коллеги. Но кучники здесь 3 в одном, а можно сказать и 4 в одном. Еще ежи можно поставить. ОК-300 Кёрланд польской конторы. Действительно, с опорными колесами. Каждый отсек амортизационный. Вчера ездил на 60, людям картошечку укучил. Сегодня перенастроюсь, ребята, на 70. Ну, просто вещь. Действительно, стоящее все оборудование. Ребят, все на канале. Внизу ссылочка, описание. Все оборудование от компании Росл. Моего канала 5% скидка вам, коллеги. А сегодня мы будем окучивать картошечку на Росселе 244. Приятного просмотра, друзья. Ну что, ребята, поставил оборудование. Еще раз повторюсь, Кёрланд ОК-300. Ну просто, действительно вещь, сделано качественно. Имеют окучники, культиваторы, плоскорезы, друзья. И также можно устанавливать ежи на него. Мне нравится он своей универсальностью. Также мне очень нравится, что здесь он реально сделан качественно. Это польская организация делала это оборудование, ребята. Так что смотрим, как оно работает. Приятно.
Ребят, давайте попробуем на третьей, пониженной. Скорость будет бешеная. Посмотрим как. Но мне понравилось, я пробовал, коллеги. Как? Ну, красиво. Давайте мы посмотрим с вами, как он себя проявит. Что, ребята, а давайте теперь по чесноку. Честно вам сказать, на этом тракторе мне настолько нравится работать, что просто с него не хочется выходить. Мне нравится, что он мощный, мне нравится здесь, что трехточка, мне нравится, что здесь реально все легко управляется. Да, он мне просто очень нравится. Действительно, как подписчик написал, Рома, не отдавай его. Честно сказать, отдавать данный агрегат даже не хочется. И многие меня спрашивают, вот для бизнеса что еще, ребята, впереди целина пахота по нем. Много чего интересного. Но я вам скажу честно, что данный друг, его можно назвать даже уже другом, так как он реально вас выручит в любой ситуации. Мне нравится, что тут полный привод. Он действительно играет огромнейшую роль. Я вам что хочу сказать? По расходу смешно, по управлению легко. Я просто не знаю, как передать эти слова. Но трактор действительно соответствует цене. А самое главное, что он вас всегда будет выручать в любой работе. Будь то целина, будь то пахота, будь то фреза, будь то сажалка, будь то копалка. Все, что, ребята, захотите. Данный агрегат действительно шикарен. Мне, ребята, он очень понравился. Все, конечно, в ваших руках, коллеги. Но впереди будет его первое мои впечатления, которые я не успел, друзья, заснять. Но в целом, конечно, это просто аппарат. Действительно аппарат. И как многие говорят, да лучше взять там старых японцев, да лучше взять нового китайца, посмотреть, что он может, на что он способен. И выходить с него, как я еще раз повторюсь, вы просто, друзья, не захотите.
Уважение данному агрегату, ребята, это Rossel 244, полный привод, 3 цилиндра дизель, водяное охлаждение, гидроусилители руля. Короче, на всем фарше осталась только кабина ему, и будь здорово всем. Так что, ребята, спасибо еще раз за то, что вы смотрите меня. Подписываемся, коллеги, ставим лайки. Здоровья вам, не болейте. Всем пока, до скорых встреч.